Сегодня каждый производитель автомобилей старается выпускать как можно больше электрических моделей, так как многие люди предпочитают электротранспорт не только за безопасность для окружающей среды, но и за более современные технологии и системы автоматического вождения. Электрических автомобилей становится больше, а это значит, что их стоимость постепенно падает и они становятся все более доступными. Например, популярный Tesla Model 3 можно купить примерно за 30 тысяч долларов. Однако в мире есть электрокары, покупку которых мало кто может себе позволить. В этом видео мы покажем самые дорогие электромобили в мире. Tesla Founders Series Roadster. Оригинальный Tesla Roadster был представлен миру в 2006 году и представлял собой спортивный автомобиль. Именно благодаря ему Tesla доказала, что электрический транспорт может отлично выглядеть и обладать мощными характеристиками. В дань уважения этой модели компания хочет выпустить второе поколение электрического спорткара. Ожидается, что новая модель Roadster сможет проезжать на одном заряде 1000 км пути и разгоняться до 100 км в час за 1,9 секунд. Выход Tesla Roadster постоянно переносится и на данный момент ожидается в 2022 году. На сайте компании можно оформить предзаказ на некий Founders Series Roadster, который стоит 250 тысяч долларов. Mercedes-Benz SLS AMG. Этот автомобиль был представлен в 2013 году как ограниченная версия модели ICE SLS AMG. Электрический привод двигался за счет работы четырех двигателей мощностью 740 лошадиных сил. Благодаря возможности двигателей выборочно приводить в движение все четыре колеса, автомобиль разгонялся до 100 км в час за 3,9 секунд. На одном заряде он мог проехать около 250 км, что для тех времен было вполне хорошим показателем. Всего было выпущено 100 таких автомобилей по цене 544 тысячи долларов. Сейчас это очень редкая модель, поэтому ее стоимость заметно увеличилась. Rimac автомобили Concept 2. Данный автомобиль еще не вышел в продажу, но компания Rimac автомобили уже рассказала о его характеристиках. Корпус новой модели будет сделан из углеродного волокна, благодаря чего его вес уменьшится и тем самым увеличит скорость движения. Каждое колесо будет управляться двигателями мощностью 1914 лошадиных сил. Разгон до 100 км в час займет 1,85 секунд, а максимальная скорость движения составит 415 км в час. Если это действительно так, Rimac автомобили Concept 2 может стать одним из самых быстрых автомобилей в мире. Производство автомобиля должно было начаться в 2020 году, но было отложено из-за пандемии коронавируса. Когда новинка будет выпущена, она будет стоить до 2 миллионов долларов. Lotus Evija. Lotus Cars – английский производитель спортивных и гоночных автомобилей. В 2019 году он представил модель Evija, который все еще находится на стадии прототипа. Но все-таки на сайте компании есть характеристики автомобиля, которые впечатляют. Мощность двигателя равна 2000 лошадиных сил. Благодаря ему автомобиль может разогнаться до 321 км в час и на одном заряде проехать 346 км. Разгон до 100 км в час занимает 3 секунды. А масса Lotus Evija равна 1680 кг. То есть это один из самых легких автомобилей в своем роде. Aspark OVL. Aspark – японская компания, основанная в 2005 году в городе Осака. Именно она разрабатывает самый дорогой автомобиль в мире, который обладает четырьмя самыми мощными электродвигателями из когда-либо созданных. Суммарная мощность двигателей составляет 2012 лошадиных сил. Компания утверждает, что автомобиль Aspark OVL в два раза мощнее болида Формулы-1. Разгон до 100 км в час занимает 1,69 секунд. Максимальная скорость движения равна 400 км в час. Всего было выпущено 50 автомобилей Aspark OVL, которые вышли в продажу в декабре 2020 года. Каждый из них стоит 3,5 миллиона долларов. Несомненно, это самый дорогой из самых быстрых электрических автомобилей в мире.